Генеральный партнер информационного канала «Город» – фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Шикарная мебель любой сложности. Детские, гостиные, спальни. Фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Лепсе 12. Гидравлические испытания в Кирове в самом разгаре. В теплоснабжающей компании сегодня сообщили, что испытания идут по плану. Статистику портят лишь катастрофически изношенные сети. На данный момент опрессованы 36 секций из 92. Еще несколько опрессуют до конца этой недели. Из-за проведения гидравлических испытаний сейчас без горячей воды 200 домов. Еще более 300 домов остаются без горячей воды из-за ремонтов. Специалисты отмечают, что в этом году ситуация пока находится под контролем, хотя некоторые участки в катастрофическом состоянии. Например, на улице Красноармейской после опрессовки нашли и устранили дефекты, запустили воду, трубы прорвало вновь и так по несколько раз. Сейчас на этой улице ведется сразу 6 ремонтных работ. В КТК также напомнили, что информацию о ходе испытаний и подключении домов к горячей воде можно узнать на сайте компании.